Всем привет, народ, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу свое впечатление от первого дня на ивенте «Солдаты удачи». Названия в картошке, как обычно, такие, что предусматривают какой-то там боевик. Я прям представляю, как рандомные киборги 48% начинают там сражаться пьяные там где-то за углом Химмельсдорфа. Ну ладно, это все шутки. Что нам принес первый день на глобальной карте в «Солдатах удачи»? И вообще, какое мое впечатление, что изменилось за те 2 года, которые я не играл все эти ивенты на глобальной карте. Первый день нам принес то, что весь день было тяжело зайти на глобальную карту для того, чтобы клацнуть персональные бонусы. И в этих персональных бонусах уже все то, что можно получить за этот ивент. Точнее, не все, но то, что мы можем выбирать именно сами. И здесь есть очень интересная такая вот вкладочка «Бонусы к личным очкам славы». То есть мы покупаем за очки славы бонусы к очкам славы. Это очень увлекательно и нужно делать сразу, потому что чем раньше ты активируешь бонусы, тем больше ты боев сыграешь под этими самыми бонусами. Все пошли на глобальную карту нажимать эту кнопочку, и глобальная карта сдохла. Очень интересно. В принципе, как и обычно, в духе картошки. Вечером вообще нельзя было сюда зайти, и весь день это лагало. Также еще сдохла аллея славы. В принципе, ивент другой, картошка та же самая. Теперь перейдем к тому, что я почувствовал какую-то разницу в нынешних ивентах на глобальной карте по сравнению с прошлыми. Как обычный боец, роты, я не почувствовал никакого изменения вообще за все время картошки, все одно и то же. Роты собираются перед ивентом, есть топовая рота, которая возможно всегда играет, есть не топовые роты, которые собираются только что, есть хорошие роты, которые все равно только собрались, и они начинают скатываться на этих ивентах. Это во всех кланах, плюс еще после ивента многие роты расформировываются, расходятся, кланы разбегаются, кто-то куда-то перебегает и начинается такая вот фигня. Все почему? Потому что в первый день мы сыграли 10 часов. Из этих 10 часов половину времени мы ждали бои. И такое дерьмо было в картошке всегда. Всегда на глобальной карте очень много времени между боями проходит и ты ждешь. Некоторые роты катают АБС-ки между этими ожиданиями. Кто-то просто ждет, это дело каждого. Но в целом остается факт, что очень много времени уходит на ожидание этих боев. Как ни крути. И за эти 10 часов мы не так уж и много боев сыграли. Поэтому впечатлений было не сильно уж и много, которые остались в памяти. Но в целом поиграли нормально. Были у меня, конечно, косяки в моем вождении чудесного Т100ЛТ, который я просто неимоверно обожаю на этих корявых картах. Раньше я во всех кланах в основном играл на батчате. Батчат — это рельсоход. Он как в рельсы стал, так он прямо едет. Хер ты его подвинешь. Не поворачивает, просто прямо ебошит и все. А сейчас я играю на Т100ЛТ в основном, и это совсем другое, и я в принципе стараюсь на нем ездить, но самое сложное для меня на нем — это ездить. Все остальное, в принципе, куда ехать, где кусты, там что остальное, там по тактике, шмактике, все понятно. В принципе, в этом ничего сложного нету. Единственное, что в нем сложно, это нормально ехать. Вот и очередной картошкин ивент, который заключается в том, чтобы накатывать кучу боев и по полдня сидеть на этом ГК с половиной времени ожидания, половиной времени играния в бои. Вот в принципе и все. Не знаю, почему нельзя сделать так, чтобы клан выбирал для себя какой-нибудь прайм-тайм, и в этот прайм-тайм они отыгрывали там 3-4 часа плотных боев, и в принципе все. И кланы бы не так сильно уставали, возможно бы меньше расформировалось рот кланов там, и они бы, может, больше вместе играли бы потом. Но картошка их выжимает просто вот за 14 дней. Настолько люди наиграются, что потом те, кто, может, и хотел бы где-то остаться, они потом все равно рассосутся, как ни крути. Потому что они просто наиграются в это. Есть люди, которые просто приходят только покатать этот ивентик. Большая часть проблем, на мой взгляд, из-за того, что картошка сама создала такую ситуацию. Откатали бы там 3-4 часа плотных боев.
Если ты сливаешь провинцию в начале, там, и у тебя много времени ожидания, можно было бы сделать какие-нибудь бои, если рота готова, там, нажимать что-нибудь и просто ехать в бои с такими же, кто тоже посливали, и за какое-то количество очков тоже между собой играть, а не вместо этого просто тупо ждать или играть АБСки. Люди пришли играть именно этот ивент, а половину времени они просто ждут, либо играют АБС. 2 года назад я играл в ЛСТР, перед ЛСТР я играл в OneTeam, до OneTeam были, кажется, Nices, которым вроде бы забанили клан. Перед ними был Чес, перед Чес Крабаторий, из которого меня и вытащил один человек в Чес, и после Чес все понеслось. Ну и самый первый клан, в котором я играл, это был VR50. В принципе, вот такая вот история кланов, в которых я играл. Еще были некоторые кланы, в которых я мимо проходил и не играл. Но в целом, за все время, сколько я во всех кланах играю, ничего не изменилось. Очень часто перед ивентами ротки собираются, часто после ивента ротки разваливаются. Кланы тоже зачастую активны только на ивент. Также еще топовые роты есть, которые всегда играют, и они переходят иногда между кланами, и где топовая рота, там и топовый клан. В принципе, чё, будем тренировать тесту ЛТ езду. Надеюсь, она мне когда-нибудь пригодится. Я считаю, что в целом всю эту ситуацию создала сама картошка. Она выжимает все соки из кланов за 14 дней этого ивента. И потом уже они бы сами, наверное, развалились, если бы столько времени поиграли в это. То, что еще и глючит и лагает. Я еще не сказал, наверное, то, что еще и бои сами лагают. И очень часто дергается и глючит. Вот такие вот ГК у нас на картошке. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.